Так, New World. Large. Создай. Знаешь, какой сид введи? Введи сид 05162020. А зачем? Это чтобы и то было? Да. А зачем нам это? Да. Так, я large делаю, да? Крупный мир делаю, да? Да, крупный. Вау, заставка гребная, и вместо надписей цифры. Ага. Да, и Crimson с Corruption переделываются. Вау, интересно как. Еще в этом мире заспавнятся сейчас многие мунлорды. Подожди, что? Ага. Кто? Кто еще раз? Многие мунлорды. Это типа Easter Egg. Что этот мир типа ебанутый, там очень все прикольно. И играет... ремикс темы, которая раньше была в главном меню. Короче, сейчас все будет ок. Думаю, сейчас мы все найдем. Надо было в этом мире играть начинать. Прикинь, в мире был бы и Corruption, и Crimson. Ну да, но мы же что, знали что ли? Я да. Ну так сказал бы. Ну нет. Я вот понятия об этом не имел. Я узнал только вот чуть-чуть попозже, после того, как мы уже отыграли в первый раз. Окей, я могу вот эту... Вот тут луна как смайлик. Я могу ее перемещать. Да, мир, конечно, долго делается очень. О, плейсинг... Traps уже написано на человеческом языке. Ой, снова цифры. Что, мир-то создался, нет? Нет, он все еще генерируется. Ах, ну ничего, уже скоро, почти. Все, создался. Сейчас я его сразу закреплю. Так, favorite. Прикольно, там дерево показывается как фиолетовое. Да, и красное, да. Starting server. Found server. Все. Блин, не могу дождаться. Хочу посмотреть на этот мир. Какая-то музыка даже новая. Да. Слушай, тут реально круто. Очень низкие... Музыка новая явно. Сразу в команду засовывайся. Не забывай про командственность. Музыка вообще какая-то прикольная. Какая-то экзотическая. Побег в каком-то. О, и сразу дерево. Еще тут офигенный, тут очень глубокий спуск. Сразу дерево. Не, ну потому что это большой мир. Сейчас, может, найду тебе птичку. Нет, я нашел радар и Iron Skin Potion. Так, а я нашел золотой сундук. О, Climbing Claws. Статуя глазиков забираем. И в сундуке у нас Angry Cloud in a Bottle. Опять. Extractinator, Iron Bar, Archery Potion. Там что было? Хрень. Ну тут опять 4 дерева прям. Опять эти палки. И Red Potion
only for those who are worthy. One word legs я нашел. Ну-ка, подожди-ка. А их куда нужно? Это типа аксессуар или что? Вау! Блин, сколько тут деревьев? 5 уже. У них, кстати, эти самые 3 дефенса. Ха. Я нашел Blood Zombie статую. Вы же знаете, что это значит? Фарм. Монитров. А-а-а. Блин, капец, тут эта сеть деревьев. Блин, да тут просто я в третий золотой сундук уже открываю, еще один клаун, золото нашел. Хм. Жесть, сколько тут этих деревьев. Так, я нашел ледяной биом. Хоть там были конячки. Ну иди сюда, ищи. Так, ладно, пока пойду дальше. Я возвращаюсь. У меня уже заполнен инвентарь, при том, что я в этот мир зашел с пустым. О чем он, Лорд Лекс, это что такое? Аксессуар? Да, 3 дефенса дает. Что дает? 3 дефенса. Ну, если надет на свод брони. А, то есть это все-таки броня, это не аксессуар. Ну, это ванити айтем, но также 3 дефенса имеет. Ой, я дерево нашел. Да, это... Просто тебе вместо ног шуга. Это другие нашел. Это другие Дима деревья. Это прикольно. Не закрытые. Так, я нашел там бумеранг. Так, еще одно дерево. Блин, пипец, тут пещеры, да уж. Это я понимаю. Птичка. Оглед. Оу. Бронирую. А я хотел птичку, а не оглед. Хера себе тут дерево. Просто хилеватор, а не дерево. Так, нашел золотой сундук. Я нашел. Понятно. Клевый сундук. Клевый лут. Экстрактинатор нашел. Я тоже его уже находил. Пушка. Лут просто бомба. Так, еще один сундук, пожалуйста, пусть тут будет птичка. Я как раз вот здесь вот был. Тут нету птички, тут палки эти вонючие. Из хороших новостей оглед. Да, я его забронировал. О, я в Корапшене. У тебя есть этот Anklet of the Wind? Нет, но я его найду. Я умный, я взял с собой зелье гравитации. Сейчас пойду. Я тоже взял. Нет. Я еще Gales Potion взял. Так, подождите. О, я нашел Moon Lord Legs тоже. Ха. И стул я нашел. Я его брать, пожалуй, не буду. Да, вот этот мир реально эпичный. А прикинь на таком играть? Да уж. Так, может, еще не поздно переехать? Ну... Боссов мы завалим, и мир большой здесь, элеватор сделаем. Ну, можно так-то. Вещи перенесем. Так, Life Crystal нашел. Я нашел радар. А, у нас их много уже. Еще одни Moon Lord Legs. Так, ладно. Все еще не то, что нужно. Я бы еще ковер-самолет бы хотел найти. Очень красиво выглядит. Так, а я забыл птичку. Призвать. Нашел птичку? Нет, ту свою, которая у меня изначально была, я забыл ее в этом мире призвать. Это вообще читерство. Сколько деревьев уже прочесано, и ни в одной не выпало птички.
чем мне придется с шершня начинать свою саммонерскую деятельность. Я так не хочу. Ой, свою голду подобрал. Где вы есть? А, я пошел в другое направление. Думаю, почему со мной рядом никого нет? Так, еще один амбилет, еще один амбилет. Так, новая часть пещерства. Ты в джунглях? Нет, я в ледяном. О, поищи там эти конечки, пожалуйста. Да, я если будут что-то, то может быть. Нам нужно две. Да. Да. О, я оазис нашел. Да, реально офигенный мир, тут все есть. Оазис. Ой, что вам нет, надо? Будет обновлено одно обновление. Что? Да это у меня ноут слово, что будет обновлено обновление. Блять, на ноги Монлорда это вообще турбокет, конечно. Нет, тут пока я не нахожу коньков. Как бы я не хочу слишком глубоко запредать. У меня как бы еще так есть корабль. Цели. Походу, в одной стороне мира Кримзон, а в другой корабль. А-а-а. Да? С моей тут только корабль. Ты уже до океана, что ли, дошел? Нет. Сейчас бегу. Вол, шел по пещере и вышел корень дерева. Ага. Так, One Fiber. Да. Еще один One Fiber. Да уж. Calming Potion. Ой, нашел дерево. Я нашел остров. Он прям над землей, то есть я его увидел. Это как? Если там подкова, она моя. Нет, там озеро. Фига, тут дерево гигантское, жесть. Или это несколько деревьев. Жесть. Да, это как раз те, которые ты сейчас нашел. Их тут штук 20 опять рядом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, я нашел какой-то calming potion. Что это такое? Я тоже calming potion. Успокаивающее зелье. Убирает spawn rate мобов. А, супер, использую. Так, ну-ка, может, тут сундучок? Где так, сундучок. А, опять ничего полезного. Зонтик. Воу. Еще банка. Тут куча банок червей. Да, да. Постоянно мне тоже они попадаются. Regeneration. Living World Vent. Воу. Все время что за бред? Странные книжки. Тут кривая генерация очень. Капец, тут подряд кубков, просто вообще. Чуваки, тут подземный данж. Телепортируйтесь ко мне сейчас быстро, все, кто подземный может. Подземный данж? Это надо видеть. Да, тут подземный данж. У меня нету твоего... У меня нету вормхола. В смысле подземный? То есть даже вход, где старик, он под землей? Он глубоко под землей, ты через дерево туда заходишь. Як. А я нашел Кримзон. И единственное, что у меня... Что мне не нравится, то что он заменил собой джунгли. Что, посмотрите на это сейчас в Дискорде. А, нет, джунгли еще оставаются. Знаете, в чем прикол? В том, что здесь спавнятся скелеты. Хм. Нифига себе. Подожди, это данж, это же данж. А, да, это в натуре данж, такой данж. Просто тут очень темно. И дед, и я вот смогу, я сейчас возьму нашу первую в этой игре, синюю свечечку. Ха. Да, на меня нападают эти уже... Гардианы? Скелеты, их тут дохера. А, скелеты? Я думал, уже эти стражи. Так это же отлично. Я сейчас себе нафармлю косточек. Ой, опять Кримзон. Блин, что-то я не нашел, кстати, входа в джунглевую пещеру. Лол, блин, ну вот с данжем здесь это читерство, конечно. Я вот прямо сейчас фармлю себе кости, я сделаю себе войд сумку.
Мне выпал золотой ключ, и тут золотой сундук прямо на поверхности. Чек. Но это за читерство не считается, что правильно? Да нет. Я ж ничего не делаю. Джунгли тут просто нереально гигантские. Только сундук. Нет, ничего пока полезного нет. Вот, Лайкс опять. Нет, это тоже не вход в пещеру. Так, а тут уже океан. Ладно, тогда я исследую пока океан, раз я здесь. Что? Что такое? У меня есть марамас. Жесть. Просто первый сундук самый на поверхности, и там мурамаса. Так, акула! Блин, а я могу вниз зайти, типа, почему-то мне этот не призывается челик. Злой дядя скелет. Блин, это жестко с данжем, очень да. Жестко. Ну, я пойду сейчас вниз посмотрю. Я все еще спускаюсь. Так, акула, не надо меня акулить. Что это за блоки? Акула. Проснулся. Там какой-то очень странный данж, пацаны. Ты, короче, падаешь на куст на кирпичи, а он начинает как лед под тобой трескаться. Лол. Блин, мне, короче, очень нравится здесь, но данж нет. Мурамас, отлично. Я в красной команде вообще? Да, просто мы далеко. Я вот никого сейчас не вижу. У нас Party Girl пришла. Ха? В смысле, каким образом? У нас нету гида, у нас есть только Party Girl. Что она приходит только, когда много непов есть? У нас ги... Типа, ты понял, этот мир по-другому работает. Лол. Очень странная хрень. При том, что у нас нету гида. Да. У нас самый первый нип в игре — это Party Girl. Сука. Вообще все наоборот как-то. Кто тебя там убил? Вы исследуете эти острова, нет? Взрывалка, да. Вы исследуете острова или нет? Нет еще. Тогда я пошел, у меня три гравитатион поушена. Гравитатион. Блин, что-то в океане тут тоже не особо все. Ой, я нашел один остров. Так, нашел один остров. Ой, а я выпил зелье. Нашел подкову. И мне дали все дебафы, возможные, на 3 часа. Это Red Potion, да, называется? Да. Я его только что нашел. Понятно. Я подкову нашел. Типа, что это? А как это зелье пить? А, это только в мире с седом специальным оно хорошие эффекты даст. Что? Только в мире с определенным сидом оно даст хорошие эффекты. Вот это вот красное? Да. Я вот тоже только что нашел на летающем острове. Итого, сколько у нас подков? 2 уже получается? Ну, получается. Да кто стреляет бомбы, я не понимаю. А, это Party Girl стреляет бомбы, которые меня дамажат. Вообще клево. Да глаза! Глаз тупой, уйди. Я пытаюсь засундучиться. Так, итого у нас 3 Starfield, значит, нам из летающих островов осталась только одна подкова и все. Да. Я нашел остров. А у меня только тупо для рыбалки остров.
усилие мне дало все возможные типов. На 3 часа. На 3 часа. Не, ну а что? Правду говорю. Типа замедление, да, вот это все. Да вообще, у меня две строчки этих дебафов было. Ну ты сдох или что-то? Да, я сдох. Так тут уже кто-то явно был. Если ты влево идешь, то я влево со спауна шел. Ага. И продолжаю до сих пор идти. Окей. Так, еще один рыболовный остров. Там 2 обычных, потом 2 рыболовных. Я все еще продолжаю свои поиски. Не, на самом деле прикольный мир, но какой-то немножко поехавший. Да. Так что насчет жить здесь постоянно, как-то я уже начал сомневаться. Да, я уже что-то тоже... Так, я нашел шарик. Ну, я его возьму, конечно. Но... А что это красная руда? Красная руда? Это кремонит этот, который да, альтернатива да. Демонита? У него, кстати, броня попизже из этого кремонита. Или ложек могли сделать 2 брони, сказать, что они абсолютно одинаковые, и сделать их абсолютно разными. Так, я дошел до Corruption'а. Да, конечно, дикое зрелище, что есть и то, и другое. Это единственный плюс, мне кажется, этого мира. Ну да, и тем более, как бы, можно из мозга выпадут семена, их можно у нас в мире тоже посадить. А, ну да. Единственное, у нас этих пещер с сердцами не будет, но как бы... Так, я дошел до конца, все, тут ничего нет. В итоге только 1 подкова. Все, мне осталось выпить только коньки. А мне осталось, значит, ты сейчас ты мне дашь Anklet, мне Anklet of the Wind осталось. Я просто в джунглях не нашел спуска полноценного. Что? Да. Винда у меня тоже нету. Еще Андрея нужен и Anklet, и Anklet of the Wind. Угу. Это еще миры делать. Походу. Оло, мне выпал этот шлем-подводник. А ты, кстати, ты влево, говоришь, дошел, ты по небу шел, или ты на земле тоже все исследовал? По небу я... Нет, я по земле до середины примерно дошел. А-а-а. Дай ей сразу, Аглот. Ага, спасибо. Как вот до сюда я дошел? А, знаешь, я докуда дошел? Я пришел к Corruption, я дошел до странного дерева, то, которое ведет к Corruption. Это уже не первый Corruption. Это второй Corruption. Да. И после него появится дерево, которое ведет к Corruption. Угу. Держу в курсе. Я нафармил 30 костей. Подожди, а сколько надо для этой вот штуки? Червяк. 30. Червяк. Так, пустыня. Может, тут хотя бы храм еще будет пустынный? Или ты пустыню тоже уже прошел? А нет, вряд ли. Нет, пустыня заканчивается. У меня есть все ингредиенты для того, чтобы скрафтить Void Bag. А еще есть ингредиенты для того, чтобы скрафтить Night's Edge. Night's Edge, вау. У меня Muramasa же есть. Ну да. Остальное просто добывается и крафтится. Ой, тут дерево какое-то с желтыми листьями. В этом дереве с желтыми листьями внизу данж. Внизу тут сундук. Еще один сундук. Подожди, во втором дереве. Андрей, пошли, я тебе покажу, нахуй. Да вы уже говно всяко. Я там уже все забрал, я не знаю, почему вы это чекаете. Да но... там сундуки вообще не исследованные.
Вот, вот самый. О, лоу. Dungeon Slime. Да, сюда. Я проверил, там можно нормально так вниз спуститься, кстати. А Waterbolt-то нету? Нет. Упс. Спасибо. Ну зачем? И слизень подобрал мою голду. Надо брез. Ну клево, теперь нам снова идти всю эту дорогу. Зачем? Я хочу океан левый тоже исследовать. Не исследовал, там еще нет. Ты весь океан там исследовал? Mm-hmm. Пещеру? Там нет пещеры. Блин. Острова тоже все исследованы, да? Да. И справа, и слева. Да. Блин.